Но первое, на что я обращаю внимание, это немножко, мне кажется, здесь пол неровно заделан. Вот. И что-то у нее с мизинцем не то, по-моему, плохо видно. Она прячет мизинец. Почему? Что не так с мизинцем? Эксперты есть в чате? Мизинчиковые эксперты. Что не так с этим мизинчиком? Почему она его спрятала? Может, здесь у нее нет ноги? Так. Да, нам свиточки тут подогнал Андрюха. Ну, поехали. 97-ка. Понеслась. По Шурику постараемся взорвать. Что-то интересное будем комментить. Ну, а троек всяких это не надо, я думаю, да? Да. Опа. Первая пятерка. Лиса. Не актуальная на скиллы ветру, огню, тьме. Короче, кому угодно. Но не в воде. Вода какашка. Да, кстати, у нас на Твиче появилась такая фишка, как шекели. Это именно твичевская тема, это не я добавил, это твичевская. Вы смотрите стрим, поясняю, что такое шекели. Вы смотрите стрим и просто зарабатываете награды. Вот, как зарабатывать шекели. Смотришь стрим в течение 5 минут, 10 шекелей. Если ты подписчик, то 20, соответственно. Получить особые бонусы. Ты смотришь стрим, допустим, полчаса, у тебя вылазит такой сундучок, ты на него нажимаешь, еще плюс бонус. Дальше, отслеживание канала. Зашли, сердечко нажали, то есть, как на ютубе, типа, бесплатная подписка. 300 шекелей. И каждый стрим, который вы смотрите, вы получаете 450, просто как стрик. Потом 550, 650, 750 и так далее. И вы можете их обменять на что? Вы купите шекели, это бесплатная валюта. За 1000 вы можете выделить свое сообщение в чатике, покажу вам как. Вот, к примеру, человек где-то тут выделял свое сообщение, видите, вот так вот. Его сообщение конкретно выделяется, и оно заметно у меня тоже, естественно, очень хорошо видно. Дальше, за 7500 вы можете разблокировать себе какой-то случайный смайлик. Вы не подписчик, но вам нравится какой-то мой смайлик. Вы себе можете его получить. За 10 тысяч вы можете получить любимую песню, то есть бесплатный заказ песен. Дальше, выбор смайлика для разблокировки, то есть не на рандоме, а именно выбрать, какой вы хотите. Изменение смайлика, вы можете какой-то смайлик кастомизировать. Гайд на монстра, вы выбили какого-то первача. И насобирали этих очей. Вам очень хочется узнать о нем все. Все хочется узнать. Вы кидаете эти шекели и выбираете. Вот, вы нажимаете на шекели. Укажи полное название монстра. И я тебе о нем расскажу все. Вы пишете здесь, допустим, там, Джокер Ветра. Я вам рассказываю все, что знаю об этом персонаже. Как-то так. Происходит это приблизительно так. Пройти один этаж башни. Вы насобирали пол ляма шекелей. Это на самом деле не так долго копится, как вы думаете. Особенно если вы подписчик. И вы пишете там, допустим, мой ВК там. Ну, ссылку на ВК я напишу там Анатолий. Так, напишем, да? Анатолий. Так, музыка. И вот, вы отправляете, да, и пишется. Получено. Пройти один этаж башни. У меня сразу вылазит такое небольшое уведомление о том, что кто-то что-то там типа поменял. Да. Вот. И я сразу вижу, что вы там написали. Или это видят все в чатике, что вы там что-то себе выменили на шекели. Неделя-две, у всех шекелей будет огромное количество. Дальше, вы можете получить просмотр аккаунта бесплатный. Как говорят, что ой, боже, Аракис берет деньги за просмотр аккаунта. Смотри стрим, получай шекели, получай бесплатный просмотр аккаунта. В чем проблема? Есть временный бан даже, у нас такая фишка. То есть вы можете... Вам не нравится кто-то в чатике. Прям бесит вас. Вы платите 100 шекелей, и я его баню на 45 минут. Диджей на весь стрим. Вы можете весь стрим заказывать песни бесплатно, но при учете очереди. Дальше что у нас есть? Переодеть одного персонажа. Могу вам зайти и переодеть какого-то персонажа. И охуительная история. Вот, сынок, дядя Ара расскажет тебе сказку. Можете себе копить эти плюшки, смотреть стрим, открытие свитков. Короче, за то, что вы смотрите стрим, вы можете еще и зарабатывать вот эти вот шекели. Это просто валюту, ты так назвал. У кого-то баллы, у кого-то монетки, у кого-то плюшки, у кого-то семечки, еще прочее. Кто как называет их? Да, это тестовая тема, и она есть только у, естественно, у тех, у кого есть партнерка. Да, у всяких лох и стримеров такой темы нету. Это понятное дело. Угу. Тан-та-та-тан. Подумал, что в теории сейчас новая пачка на гидру по лидеркам. Зеркалка под пачку через... По лидеркам? Ну да, вполне. Да. Как раньше была пачка, пока гидру не понерфили, когда собирали максимальный шанс крита. Ага, только ставили не... ну да, в принципе, тоже ставили Рику. Либо Шарлотту, чтобы увеличить шанс крита Вальки Ветра. Шарлотту ставили. Лидерка от Марса на R5 зайдет. Он не умирает, поэтому не зайдет. Пум-пур-пу-пум-пу-пум. Рассмотри персонажа со всех сторон. Перед тем, как рассматривать его на пятую гидру. В гайде все рассказано. В гайде все четко было, и на картинке все было четко. Возьми, перемотай и посмотри.
есть мотивация насобирать на бан Стингу. На бан Стингу. Только вот ты его не забанишь. Да, забанить ты его не сможешь. Ты можешь забанить саба или фолловера какого-то. Фолловер может забанить только фолловера. О, еще один Гоги. Фолловер может забанить фолловера. Саб может забанить как саба, так и фолловера. Такая вот доминантная система. Так, 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 так. Так, я тебе привет, Дронго. Хорошего стрима. Добро пожаловать. У нас челлендж проходит, кто не знал. Две недели, с какого там, я не знаю, когда вы смотрите это видео. С 18 октября по 1 ноября, да, ноябрь, октябрь, ноябрь. Так вот, у нас на стриме просто не две недели доброты. Ну как две недели доброты, имеется в виду две недели без хейтеров. А то мне сказали, что я слишком токсичный, типа давай челлендж, все дела. Я такой, окей. Да, не знаю, что я с этого получу. Если я проигрываю за эти две недели, я подарю 10 рандомным зрителям по паку в игре. Или я побрею все вот это, а оставлю вот эту пушистую писю, вот эту щетку над верхней губой. И целый стрим буду так сидеть. Да, либо первый вариант, либо второй. Тут или за что чатик проголосует, либо что мне захочется, больше или меньше. Так что... О, петушок. Тэн-тэн. То ли мы ГВ затащили? Ну ничего. Напиши от нашего имени, как говорится, от лица СНГ комьюнити, типа, спасибо. Спасибо огромнейшее. Угу. Под носом гитлеровские, не, гитлеровские усики нельзя, этот твич рассматривать. Смотрите, если я ставлю прям вот так вот пушистость, то нет. Нет, если я ставлю верхнюю вот эту вот так вот щетку, то будет нормально. Да, это типа нормально будет. Ну вот это вот все с брею, но я никогда усы не оставлял. Я иногда, когда бреюсь, я могу вот так вот побрить и такой типа сравнить. Типа до и после. Да, да, огурчик, нормально себя чувствуешь? Да, вот так вот я переехал, видите, моя кухня. Ой, там что-то... Мигает, да? Скоро взорвусь. Да, вот так вот выглядит все. Да, огурчик? Ты счастлив? Так. Так, что у нас здесь? Скип, скип. Купи мне пак уже, вне очереди, чё ждать эти две недели? Нет, нет, нет. Я расположен выиграть. Оу, май! Мазафака! Бля, посмотрите, как у нее трясется. Вы посмотрите под музычку. Эти шары у нее будто живут отдельно. Вот просто ты пришел на стрим, и будь уверен, в реале к тебе такая телочка подкатит, прям с такой косой, и ты будешь с ней крутиться на ней. Она тебя научит кататься на ней. Да, это прям ГЦ, это очень-очень хороший первач. Прям вообще сисястое тело. Угу. Девочки же маленькие, и маленькие мальчики играют в игру. Контуаса, что вы делаете? Что за сиськи у персонажей? Фу, фу, блин, еще и большие. Ужасно просто. Как это можно терпеть, да, чатик? Это невозможно. Тебе 11 лет, и ты любишь сиськи? Отлично. Да, мальчики еще с детства любят сиськи. С самого-самого детства. Вырастают и все равно любят сиськи. Ужас. И ты любишь Лулу Герл? Так ты же девочка. А у тебя есть сиськи, Лулу Герл? Просто есть девочки, у которых нету сисек. Бывает такое, да. Я честно, я видел. То есть как бы я их не нашел, но они есть. Как суслики, спрятались. Привет, эксист, хорошего стрима. Нету? Вот, блин, печалька. Ну, ничего. Найдешь себе еще когда-то дальнобойщика, которому ты понравишься. Это грустно. Нам нужны пруфы, что у тебя их нету, Лулу Герл, теперь. Теперь я тебе не верю. Так что давай ВКонтакте, там плюсик какой-то скромный. Меня девочка игнорит, да ей бан на 5 минут. Нормально. Это как ударить по голове биткой и затащить в пещеру, да? Та-тан.
Есть плоские девочки, как моя бывшая. О боже. Тебе 11 лет, твоей бывшей, наверное, лет 9 или 10. Интересно, почему она была плоская, да? Интересно. Блин. Не, чтобы у девочки 9-летней уже были вот такие шары, да? Согласен с тобой, вообще несправедливость. Да, серфингом занимался. Ой, бля. Причем переворачивал ее, да, чтобы хоть в жопу можно было ногу вставить и был упор, да? Простите. Эй, привет! Привет-привет. Ну да, типа, спереди ничего не мешало, правильно, плавать? Поворачивало нормально? Да. Как ты думаешь, каков шанс призвать камня Хвусу и Тиана Океаноса? Да, приблизительно такой, Бардаба. Такой же, как у тебя, когда ты призывал. Фу, ну вообще, да. Ну ты понял. О боже, что это? Рама-хан. Рама-хан. Хан. Очень больно бьет, на самом деле. Прям вообще лупит. Неплохо. Так. Эксперт в серфинге? Конечно, я же в Одессе живу. У нас тут постоянно цунами, и я на них катаюсь. По любасу. Что тут? Что тут? Что тут? Личинка? Ну, лич водяной. Где-нигде может закатить, но ему прям нужны его очень сильные руны. Очень. Пока он настакает себе эти 10 стаков, он просто сдохнет. Очень нужны сильные статы. Тоже как игрушка заходит, я бы его не качал. Ты в Одессе живешь? Я? Да нет, конечно. Да, я в Одессе живу. Что скажете? Что скажете? Я даже витаминку выпью. Раз такая пьянка. Это капец. Я не знаю, кто такой неадекватный клика. И кого он там пиздит. Кормить на блеску? Можно скармливать, да? Она, по-моему, корм. Даже песик темный лучше. Просто два первача. Мне кажется, призыв уже как бы, да, удался? Или не, или такое. Нормальный бы стример призвал бы уже первачей 20, а не вот это 2. Вообще ни о чем, да? Да. Вообще красота просто. Так, кому там еще свитки открыть, пишите прямо сейчас мне ВКонтакте, и ваши свитки тоже откроем. Вот, пишите мне ВКонтакте. Или пишите мне в наш Телеграм. Да, хотите, чтобы я вам открыл свитки на стриме? Пишите. Во-первых, когда тебе стример открывает свитки, это увидят все. Понимаешь? Я вам объясню, я вам расскажу сказку. Ребят, когда вы свитки открываете сами себе, то как будто вы сами себе ставите лайки под фотками и сами себе дрочите. Понимаете, да? А когда свитки открывает вам стример... Ладно, тут уже плохое сравнение идет. Эй, привет! Блин, плохое сравнение. С лайками было нормально, остановимся на лайках. Поняли, да? То есть как будто стример вам ставит лайки. Вот, все, достаточно, да. Что-то я... Надо было остановиться вовремя. Наперед надо иногда думать. Хоть на 3 секунды вперед. Что-то... Забудьте, я это вырежу обязательно. Обязательно вырежу. Я ж смонтирую это по любасу. Не забуду, точно не забуду. Да, естественно, да. Так, короче, челлендж у нас идет. 2 недели без хейта на стриме, чатик. Да ладно, я вас прошу, ты еще раз так делай. Я же справлюсь. Разве? Продолжим открывать свитки. Так, сюда-ка. Скидывай пароль и логин, я открою. Не, не надо. Я сам себе... А, мне открывает, кстати, Дашка свитки. А вам? Ну, хотя бы стример пускай откроет свитки, понимаете? Я же говорю, какой смысл то, что ты сам себе открываешь свитки? Почему не дать стримеру Аракису открыть те свитки? Призовут тебе первачей, так ты зато это запомнишь на всю жизнь. А то, что ты сам себе призвал первача, это сильно запомнится? Ну типа класс, круто, отстой полный. Все, так тебе стример призвал на стриме, так еще и все это увидели, скорее всего еще и в запись попало. Я нашел причину, причина в гидре, ее нужно фармить. Угу. Можно купить твой аккаунт и сколько он будет стоить? Конечно, у тебя нету денег, чтобы купить мой аккаунт. Привет, Александр. Да, если стример открывает свитки, то шанс первача выше, естественно. Это знают все. Толстухи? Нет. Так, $500, оставь себе $500.
XDK. Так. Живая броня. Дао. Сукасист. Сукасист. Так, ну чуваку прям респект за эту надпись. 444, короче, переведу помойка, мусор. 444. Обожает, видимо, этот канал. Да, полюбасу. Ужас. Так, чё как делаем? У нас 2 леги и 5 ЛД. Подряд 5 ЛД или чередуем чатик? Как сделаем? Ник, тебе кинуть прайс, сейчас кину тебе прайс. Да, вот, кому нужен прайс, список всего того, что я делаю в игре, напишите мне просто ВКонтакте слово прайс. Вот, смотрите. Вот. Видите, это список. Вот, консультация, чистка рун, ответы на вопросы, переодевание, фарм на аккаунте. Я ночью фармлю на аккаунтах. Так что обращайтесь. Поехали. Неакрос, не надо, зачем ты читаешь это сообщение? Что, непонятно, что это твинк созданный? И тебе кинуть прайс? Кинул тебе Тимур прайс? Кому еще нужен прайс, пишите, я его тем более обновил немножко. Немножко обновил прайс. Так, не шаришь. Не воспринимай просто всю информацию тут, близко к сердцу. Чатики особенно. Да. Угу. Так, что у нас там? Люшенчик шоколадный выпал. Джокер выпал. Темный. Ага. Ну, такие дела. ГЦшка. Это прям неплохо. Почти лучший бомбер в игре. Так. И? Еще? Еще прайс. А, тебе прайс кинуть? Ромка кинул тебе прайс. Кинул тебе. По-моему, это уже лишнее, да? Я уже перебарщиваю. Не давайте мне свитки открывать. Я свою карму на вас трачу, понимаете? Потом мне ни хрена не падает. Всякие демоны только. Эй, привет! Просто капец. Так, ну-ка. Ну-ка. Ну, хоть это не первач, да? Ой, капец, негодование, расплата, зарплата, расплата. Так, ну ГЦ, я считаю, очень хороший призыв. ГЦшка, тебе спасибо тебе огромнейшее за свитки. Так, посмотрим, что там мы призвали. Еще в конце, по итогу, так, чем это? Три первача просто призвали. На те три первача, да? Просто три первачика новых. Изи, да? Поэтому, кому открыть свитки, пишите мне ВКонтакте, либо в Вайбере, либо в Телеграме. Я есть и в Вайбере, и в Телеграме, ну и, соответственно, ВКонтакте. Если вы с Украины или вам неудобно ВКонтакте, у вас нет страницы, можете написать мне в Телеграме. Открыть свитки там или прайс, напишите мне в Телеграме слово прайс. Вот, есть наш Телеграм. Вот так вот. Есть Телеграм, в котором больше 460 человек. И вы можете написать мне в Телеграме в личку, допустим, прайс, если вам неудобно писать ВКонтакте. Удачного фарма, жду на стриме, заходи каждый день в 18.00, тем более идет челлендж, жду тебя на стриме, помогаем новичкам, разбираем всякие новые акции, гайды и прочее. Пока-пока.